Акт о свидетельствовании городских пляжей подписан. Официально разрешено купание только в двух местах отдыха. Это озеро Протяжное и пруд Боровое. В мае специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследование воды. По данным лабораторного контроля, пробы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Было проведено обследование дна, водолазное обследование, была проведена акарицидная и дератизационная обработка, взяты образцы песка на анализ. Все данные оказались положительными. Кроме этого, конечно, санитарно-эпидемиологическая служба ведет отбор уже по своим каким-то программам воды, водоемов. Все соответствует нормативам. В течение сезона мониторинг состояния водоемов будет проводиться несколько раз. Отметим, что не все дно протяжки Борового было очищено от мусора и даже не вся линия берега. Заходить в воду рекомендуется только на территориях, огороженных буями. В других местах отдыхающие рискуют получить травмы, так как дно водолазы не обследовали. Мы проверяем только место, скажем так, захода, где до глубины 1,3 метра. Дальше уже люди плывут, поэтому дальше мы не смотрим, но там, да, там все убрано, бутылки, бревна. Пляжи Борового и Протяжного оборудованы урнами для мусора, туалетными кабинами, скамейками, ограждениями для переодевания. Сотрудники департамента городского хозяйства напоминают жителям о соблюдении правил поведения в местах массового отдыха, в том числе просят соблюдать чистоту и не оставлять мусор на пляже. Мусор – ежедневная уборка у нас прописана, то есть в течение дня специальные люди должны ходить и собирать мусор. Туалеты раз в неделю должны быть вывозиться, с этим бывают проблемы, но стараемся их как бы исправлять вовремя. На обоих пляжах оборудованы спасательные медицинские посты. Сотрудники дежурят ежедневно на Боровом с 10 утра до 8 вечера, на Протяжке с 9 утра до 9 вечера. У медсестры есть набор лекарств для оказания первой медицинской помощи. Тем, кто хочет провести время у водоема с пользой и без происшествий, спасатель Игорь Смоляков рекомендует следить за своим самочувствием и ни в коем случае не употреблять спиртное. Родителям, по возможности не упускать детей из вида. Есть определенное у нас место, огражденное буями. Там промеренная глубина 1,30 м, то есть это где безопасное место для купания. Напоминаем, что на Филипповских озерах, Балыковском пруду реки Сатис имеется значительное микробное загрязнение воды. При этом болезнетворные бактерии не обнаружены. Купаться в этих водоемах не рекомендуется. Жители, которые будут плавать в местах, неразрешенных для купания, будут штрафовать. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.